Центр снижения веса доктора Гаврилова приглашает вас на индивидуальные и групповые программы. Запись на консультацию по телефону 550106. Впервые в программе «Здоровый интерес» невероятное похудение. Почти 50 килограммов, меньше чем за год, без стрессов, без диет и физических нагрузок. Наталья Бердышева совершила невозможное. Чудеса? Нет. Секреты центра доктора Гаврилова. Если вы ждете какого-то знака, вот он. Что делать дальше? Смотрите в сюжете. Наталье Бердышевой всего 25. Буквально год назад она весила 111 килограммов. Ее не пускали ни на одну горку в аквапарке, а коллеги уже и не надеялись увидеть Наталью в одежде не 56-го размера. Но однажды девушка решила просто полюбопытствовать, каково это – быть худой. Ну, худенькой я не была никогда. Я всегда считала, что это, конечно, генетическое у меня. Ну, генетика, мама полная у меня, дедушка был полный. Ну и как-то вот так, и тетя полная. То есть, ну, ко мне это тоже так же пришло. А с генетикой, как известно, там не поборешься. И я счастливо себя любила, жила. И, в принципе, меня это не напрягало. Не напрягало. А потом, наверное, 2013 года я достаточно резко поправилась. То есть я поправилась на 20 килограмм за 2 года. В центр доктора Гаврилова Наталью привела мама. Сама бы ни за что не решилась, вспоминает девушка. Честно, пришла сюда просто так, ну, на консультацию, наверное. Я не могу сказать, что я была уверена, что я пойду, буду что-то делать, ну и так далее. Пришла, ну, получила помощь, консультацию, мне провели диагностику. Все, значит, разложили по полочкам, рассказали, как на самом деле, что где. Мысль была такая, что если я сейчас не отдам деньги, я сюда второй раз не вернусь уже. То есть нужно брать и нужно делать. После консультации Наталья была полна решимости. Тем более, что супруг девушки Роман изначально поддерживал идею преображения. Уже давно пара подумывает о расширении своей семьи, но долгожданной беременности мешала неповоротливость будущей мамы. Сейчас Наталья держит себя в идеальном для нее весе – 65 килограммов. Ну, у меня чувство победы. Я победитель. То есть я победила, я смогла, я это сделала. Конечно, очень много сейчас слышу того, что, ну, кто-то, конечно, восхищается, говорит, какая ты молодец, здорово. А кто-то говорит, да, ты сходила в центр доктора Гаврилова, тебя там загипнотизировали, поэтому так все произошло, и ты быстро похудела. Мол, твоих-то тут заслуг никаких и нет, ты же ничего не делала. То есть здесь по-разному, конечно, аудитория по-разному реагирует, но я для себя победитель. Все дело в особенном секрете похудения и функциональной медицине. По программе каждый клиент бесплатно проходит консультации и при необходимости получает лечение у травматолога-ортопеда, эндокринолога, психолога и косметолога. Не откладывайте, начните снижать вес уже сейчас. Мы рады видеть всегда вас в нашем центре. Приходите на бесплатную консультацию и диагностику, на которой мы будем выявлять причины набора веса, показатели организма. Выдаем на руки результаты. И посмотрим по противопоказаниям. Если все хорошо, мы берем вас на годовое наблюдение, снижаем вес и фиксируем, то есть закрепляем обязательно результат. С помощью центра доктора Гаврилова Наталья Бердышева свой результат закрепила навсегда. Сейчас она умеет самостоятельно контролировать свой рацион и больше никогда не вернется к прежним формам. Для Натальи наступила новая пора. Активность и легкость – теперь постоянные спутники ее жизни. Центр снижения веса доктора Гаврилова приглашает вас на индивидуальные и групповые программы. Запись на консультацию по телефону 550106.